Всем привет! Поздний завтрак. Час дня. Сегодня у меня очень неожиданный поздний завтрак. Но мне так захотелось. Черный хлеб, маслечко, сыр маздам и сверху мед. Да, вот так вот. Вот сегодня мне захотелось так. И чаек. Чаек без сахара. Горячий. Вообще сочетание сладкого и соленого это бомбически. Если никогда не пробовали, попробуйте. А с черным хлебом просто бомба. Боже, как вкусно. Что я хочу вам рассказать? Боже мой, что случилось? Скандалы, интриги, расследования. Мне сегодня ночью такое приснилось. Такое. Что я решила даже целый завтрак этому посвятить. Мне приснился пьяный бывший директор. Причем директор бывший, чтобы вы понимали, в 2010-м я уволилась того места, где был этот директор. То есть 9 лет. Ну, 10. Сейчас, скоро уже Новый год. Казалось бы, с чего? Причем мы разошлись тихо, мирно. Каждый остался при своих интересах. И тут мне снится, что я прихожу на работу. Даже я не видела, куда. Честно говоря, не помню, тот ли офис. Но это, наверное, не так важно. Детали-то. Я прихожу на работу. А он тоже приходит, садится, и он пьяненький. Причем, так сказать, очень даже хорошо пьяненький. Еще какую деталь запомнила. Ну, он начинает там что-то по делу говорить, но видно, что человек пьяненький и очень хочет поговорить. Я пытаюсь его разговорить. Я не помню суть разговора. Но я точно помню, что он был пьяный, потому что когда он мне отвечал, он отвечал именно так, как отвечают пьяненькие. Но это было бы полбеды, если бы на этом сон закончился, да? Дальше мы оказались на балконе, причем балкон какой-то офисный. Но там рабочее место на этом балконе. И мы с ним вдвоем там. И мы начали с ним. Ой, прости, Господи. Целоваться. Это при том, что в жизни
Не то, что мы не целовались, даже мыслей таких никогда не было. Не, он очень симпатичный мужчина, но для меня он был как доктор. Бесполый. И тут такое. Короче, сейчас залезу в сонник какой-нибудь, посмотрю, к чему это. Ну, реально интересно. Блин, сейчас напишу подружке, с которой мы работали там. Она офигеет. Она офигеет от того, что мне приснилось. Если я сама до сих пор офигеваю, у меня острые эти ощущения остались в памяти. Несмотря на то, что я проснулась 9:30, ну, пока там до 11 ворочалась, встану, лягу. Ну, то есть уже прошло фактически 3.5 часа. А я до сих пор под впечатлением. Надо срочно этим впечатлением поделиться с теми, кто знает этого начальника. Знаете, говорят, что снится, иногда снятся люди, о которых ты думаешь. Ну, на подсознательном уровне они как-то тебе снятся. Но тут, боже, я давно забыла про него. С чего вдруг? Короче, вот такие дела. Бомбическое сочетание. У меня задний фон опять черти что. Капец. Ну что делать? Короче, все доедаем и срочно смотрим сонник. Может, это знак какой плохой? Может, сегодня на улицу лучше не выходить? И с нынешними начальниками не общаться? Кто знает, кто знает. Я верю в вещи и сны. Угу. Так. Сонник. Пьяный. Сон о пьяных. Или об опьянении во сне указывает вам, что из-за своих легкомыслия и доверчивости вы можете попасть в беду. О, вот видите, не зря он мне снится. Вами могут воспользоваться, а затем посмеяться над вами. Такой сон хорош только для тех людей, которым есть чего бояться, так как обещает им благополучный исход опасного предприятия. Да ладно, блин, каждому есть чего бояться. Так, ладно. Пьяный начальник во сне свидетельствует о том, что вы чувствуете свое профессиональное и эмоциональное превосходство над руководителем.
вскоре у вас появится больше возможностей влиять на него, что предвещает встреча с начальником на улице в вашем сне. Что это за фигня уже? Шеф в нетрезвом состоянии является символом того, что наяву вы превосходите этого человека в профессиональных качествах, и вскоре вам удастся это проявить. Татю, что мне проявлять с ним? Если вам приснился пьяный директор или руководитель, наяву вас ждет стресс, да, етицкая сила, раздражение и досада. Сонник полагает, что видеть начальника во сне не самый хороший знак. Особенно, если приснившийся руководитель был на вас в гневе. Но он был не в гневе, он был очень общительный, крайне общительный. Короче, ничего хорошего. Короче, из-за своего легкомыслия и доверчивости вы можете попасть в беду. Короче, никому не доверять. Особенно начальникам. А уж тем более, если они пьяные. Короче, все. Я поела, про сон вам рассказала. Побежала работать. Всем хорошего дня. Сегодня вторник. Аллилуйя. Скоро пятница. Все, всем пока-пока.